многие из самолетчиков шутят, что вертолет летает, не летает, а его земля отталкивает от себя, потому что он настолько уродлив. На самом деле это не так. Вертолет — это очень сложная техника, и летает он по тем же законам аэродинамики, что и для самолета, только консоль крыла самолета заменяет лопасть. Лопасть вращается, создает подъемную силу, за счет этого вертолет поднимается в воздух. А почему его не разворачивают?